Насколько больше придется платить жителям Чувашии за коммунальные услуги в следующем году? В республике утверждены максимальные индексы изменения размера платы граждан. Изменения нам прокомментировала руководитель Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. Ежегодно к 1 декабря все субъекты Российской Федерации устанавливают предельный индекс изменения размера вносимой платы гражданами за следующий очередной период. Для 276 муниципалитетов индексы обозначены в рамках 4,4%. По 5 муниципальных образований данная величина составляет 6,2%. По 15 муниципальным образованиям, в соответствии с действующим законодательством, согласовав данные индексы с представительным органом муниципального образования, индексы установлены выше. Чебоксары в числе 276 муниципалитетов, где индекс роста составит 4,4%. Однако есть исключение. Это дом номер 14 по складскому проезду. Там максимальный индекс изменения платы за теплоснабжение составит 25%. Впрочем, даже при таком раскладе платить за эту услугу жители данного адреса будут не больше, чем в среднем по городу. Сегодня жители, получающие услугу теплоснабжения, не оплачивали затраты по транспортировке. Поставщик тепловой энергии ПАО «Т+». Транспортировка осуществляется по сетям «Чувашхлебопродукта». В соответствии с основами ценообразования тарифа на тепловую энергию затраты должны быть в тарифе. Мы эти тарифы и установили. Тариф при этом для потребителя данного дома будет в размере 1284 рубля с копейками, поскольку сегодня другие потребители уже города оплачивают 1680 рублей.